Nokia 8800 Sirocco. Замена спикера. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 8800 Sirocco». Спикер в данной модели находится в верхней части системной платы. Сначала плоским металлическим предметом извлекаем из корпуса камеру на шлейфе, которая фиксирует спикер. Затем спикер аккуратно извлекается пинцетом из ниши корпуса. Новый спикер также удобнее вставлять с помощью пинцета. Спикер заменен.